делал партитуры для оркестра, потом я перелопачивал Чайковскую, чтобы он звучал более современно в контексте музыки, которой я сам занимаюсь. 3 месяца где-то это все занял. Вообще я делаю техно-музыку, и я очень люблю эксперименты, и занимаюсь музыкой около 10 лет уже. И сейчас я больше занимаюсь только тем, что мне действительно интересно, такими проектами. Я не силен в классической музыке, у меня нет классического музыкального образования, поэтому я немногие вещи знаю. И когда, если меня просто спросить, что тебе нравится, я бы сказал «Вальс цветов». То есть это произведение, которое меня вот всегда, где бы я его ни слышал, я его очень-очень люблю. Классическую музыку, в моем представлении, очень сложно и непросто адаптировать к танцевальной музыке. Всех свои законы, да, в классической музыке это одни законы, в танцевальной музыке это другие законы. Классическая музыка это такое произведение, да, там, на 7 минут, как длинный рассказ или как мини-фильм, а танцевальная музыка это наоборот другое, это берешь 15-секундную мелодию и все, и дальше не работаешь. Это другие задачи, другие потребности, и поэтому в какие-то моменты это было сложно.